16 февраля на окраине Буэнос-Айреса в Аргентине прошел антибританский протест. Его провели активисты группы «Квебраха», недовольные присутствием англичан на Фолклендских островах, именуемых в Аргентине «Мальвинскими». Выкрикивая лозунги и распевая песни, демонстранты жгли покрышки и флаг Великобритании возле здания фармацевтической компании GlaxoSmithKline. Противостояние Аргентины и Великобритании вокруг спорных территорий продолжается десятилетиями. Один из самых серьезных конфликтов случился в 1982 году, когда аргентинские войска провели операцию и установили над островами контроль. После этого Великобритания направила туда свое военно-морское соединение и за 10 недель отбила архипелаг. В апреле исполнится 30 лет с начала так называемой Фолклендской войны, которую официально никогда не объявляли. По мере приближения чувствительной даты дипломатическая напряженность между Буэнос-Айресом и Лондоном все более обостряется. Кроме этого, масло в огонь подливает и нефтедобыча, которую британские компании начали вести в прибрежных водах Фолклендских островов с 2010 года. Между тем, Лондон отказывается начать переговоры с Буэнос-Айресом о суверенитете Фолклендских островов до тех пор, пока этого не захотят сами жители архипелага. Большая часть населения островов – это потомки выходцев из Европы.